БИЧ 21 века – сердечно-сосудистые заболевания. Чувашия сделала большой шаг вперед в профилактике и лечении этого недуга. В кардиологическом центре республики провели первые операции с применением нового высокотехнологичного оборудования. Теперь почти все сердечно-сосудистые патологии можно устранить, не выезжая в Москву и соседние регионы. Затем, как проходила одна из первых операций, наблюдала наша съемочная группа. Сердечно-сосудистые патологии среди прочих заболеваний жителей Чувашии занимают второе место. Новое оборудование поможет значительно сократить смертность от болезни сердца. Оборудование позволяет делать все виды хирургической помощи при нарушении ритма сердца, включая самое тяжелое и самое сложное. Оно ничем не уступает зарубежным аналогам. Александр Афёркин находится в операционной в качестве консультанта. Лечение нарушения ритма сердца у пациентки он называет стандартной процедурой для федеральных центров России, которая стала доступна специалистам Чувашии. Суть данной процедуры – уточнить участок сердца, который вызывает нарушение ритма. Второй этап, а именно этот участок сердечной мышцы, да, в частности, участок сердечной мышцы предсердий, будет, как мы говорим, изолирован. Очень надеемся, что в результате этой процедуры у больной перестанут возникать вот такие приступы неконтролируемого сердцебиения, и она, надеемся, не будет нуждаться в постоянном приеме специфических антиаритмических препаратов. Оборудование, поступившее в Центр кардиологии, ждали и тщательно готовились. Врачи Чувашии прошли обучение в крупнейших федеральных центрах страны. Результат налицо. Оборудование испробовано, пациентам оказана необходимая помощь. Пациенты хотят остаться дома, им лучше оперироваться дома здесь, когда помогают стены, когда приходят родственники, когда они более спокойны и уверены. И уже пройдя лечение именно на нашей базе, на базе нашего лечебного учреждения, они будут выписываться от нас здоровыми. Таким образом, мы можем сегодня лечить нарушение ритма в полном объеме, который сегодня существует на уровне любого федерального центра. Первые операции на сердце прошли успешно. Пациенты пошли на поправку. Республиканский кардиологический диспансер заработал в полную силу и готов к приему новых пациентов. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.